Вопрос 91. В современной московской патриархии столько училищ духовных, семинарий, академий. Так почему же современные священники не могут отвечать на подобные вопросы? Каков же реальный уровень этих учебных заведений? Стоит ли стремиться закончить их? Ответ. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В православии вся беда в том, что на первом месте выросло, закрепилось и утвердилось богослужение уставное. Заняло свое, все, подменив собою прямое указание Божие идти и проповедовать миру погибающему о великой миссии Христа. Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 стих. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се, я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Учат во всех указанных заведениях тому, как начинать служение, как вести и как заканчивать. Произошла страшная подмена истины и ее подобия. Ни таланта проповедника, ни молитвы за это, ни желания нет о том, чтобы нести благую весть погибающему миру. Подчас и не наемники трудятся, а разбойники в благочестивых одеждах. Как патриарх Алексий II сказал, каких бандитов напринимали в церковь на должности. У нас есть книга «К истинному православию», там в разделе «Итак, бодрствуйте». Все это отвечено. Также в главах о благовестии, о священстве. Никому и в голову не приходит сверяться с тем, как мы веруем, сходится ли с Библией. Слово «богослужение» в Новом Завете вообще отсутствует, не считая то, когда апостол Павел разъясняет смысл ветхозаветного богослужения. Книга пророка Иеремия, 52 глава, 18 стих. «И тазы, и лопатки, и ножи, и чаши, и ложки, и все медные сосуды, которые употребляемы были при богослужении, взяли». Послание к римлянам, 9 глава, 4 стих. «То есть израильтян, которым принадлежит усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение и обетование. Послание к евреям, 9 глава, 1 и 6 стихи. И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение. Как отец Александр Мень говорил на эту тему, можно подумать, что Христос приходил на землю, чтобы научить нас правильно варить кутью.